Я люблю, когда жесткие вопросы, легче отвечать. В тюрьме вообще есть замечательная фраза: нас всех есть за что посадить, но посадили не за то. УБОП реально выполнил страшную, нужнейшую задачу и занял место бандиту. МВД, по моему глубокому убеждению, было создано как НКВД выполнять задачу по насыщению семьи и себя не забывать. Митинги разгонять. Все, три задачи. На шухере у мафии. Да. Мафия принимает решение это забрать. И менты, потому что сегодня это не милиционеры, это менты, вместе с гопниками реализовывают это желание, себя не забывая. Конечно, страна нет. Еще наша, да. А государство у нас украли.